Мы уже рассказывали о видеоконференции руководства Славянского района и представителей Березовского района Брестской области Беларуси, где обсудили важные вопросы дальнейшего сотрудничества. И вот уже в первой школе города Березово реализован совместный проект «Высажена аллея дружбы». В Славянске на Кубани это доброе начинание было продолжено. Вдоль пешеходной дорожки в первой школе города Березово трудовой десант высадил рябиновую аллею. Это сделано не случайно. Дерево считается одним из поэтических символов России. В первом лицее Славянска на Кубани в закладке березовой аллеи, символа дружбы между братскими народами, приняли участие глава Славянского района Роман Синеговский, председатель районного совета Григорий Литовка, глава города Александр Берсенев, другие официальные лица, депутаты и общественники. Глава Славянского района в своем выступлении отметил, что два наших народа дружбою сильны, и сотрудничество между Славянским и Березовским районами будет развиваться. Нас много объединяет, нас объединяет вековая дружба, нас объединяет история общая. В годы Великой Отечественной войны мы вместе защищали нашу Родину, плечом к плечу, бились с врагом. Как сегодня говорит наш президент, что Белоруссия нам не просто добрые соседи и друзья, это наши братья. Я считаю, что так это и есть. И в честь, наверное, нашей дружбы, в честь нашего взаимного уважения друг к другу, мы сегодня высадим березовую аллею. А деревья символизируют единство, символизируют дружбу испокон веков. Поэтому я считаю, что нам наша дружба и наше взаимодействие будет полезно и городу Славянску на Кубани, и жителям нашего района, и, конечно, жителям города Березы, Республики Беларусь. Лицейская агитбригада подготовила стихотворное выступление, в котором говорилось о том, чем славен наш Славянский район, и о том, что дружба между районами-побратимами – это источник силы и новые возможности для развития. Дружба наши народы сильны. Дружба сплотила огромную Русь. И, конечно, республику Беларусь. А теперь Беларусь. У нас есть побратим. Мы представить сегодня его вам хотим. Это город Береза в области Брестской Беларуси. Очень красивое место. Город молодой, хоть и старинный. Очень уютный и очень красивый. Наши страны источники добра и света. Беларусь и Россия братья навеки. Директор первого лицея Любовь Белик сказала, что школа начиналась с Березовой аллеи. Сегодня также событие историческое. Закладка аллеи в знак самого важного – то, что объединяет наши народы. В ходе телемоста между Славянским лицеем и первой Березовской школой Любовь Белик предложила белорусским ребятам крепче подружиться со славянцами и пригласила их отдохнуть на побережье Азовского или Черного морей. По итогам встречи было решено завязать еще более тесное общение. В высадке деревьев принимали участие все, от школьников младших классов до руководителей муниципалитета. Пройдут годы, и стройные березы станут еще более красивыми, зашумят густою листвой. Они окрепнут, как и дружба славянцев с березовчанами. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».